Сегодня я все буду делать сама, и я обязательно справлюсь. Если все будут слушаться и делать то, что им велят. Так? О, нет. Мы с Роско поехали к ветеринару. Детки, я вас люблю, пошли вон. Боже ж ты мой! Экстренное родительское собрание сегодня в 5, ты придешь? Няньку ведь во вторник найти не проблема. Разумеется, если постараться. От сценаристов мальчишника. Что у меня сегодня по расписанию? Вы опаздываете на совещание по маркетингу. Заранее надо предупреждать. Любая мать. Вот спасибо, я опоздаю на свою первую тренировку. Ну прости, я же стараюсь. Плохо стараешься. Молодец, хороший песик. Имеет право на срыв. Ярмарка выпечки. Без ГМО, без глутамата, ни консервантов, ни красителей. Без кунжута, без сои и никаких орехов, яиц, молока, масла, соли, сахара или пшеницы. Нет. Как-как? Достала меня корчить из себя идеальную мамочку. Хватит. 29 июля. Ты описала все, что я думала о материнстве, но боялась сказать. Напридумали правил. Не пороть детей. Не говорить детям нет. Знакомьтесь. Мы из кожи вон лезем, лишь бы сделать жизнь детей удивительной и волшебной. Всем матерям мать. Их жизнь и так уже удивительна и волшебна. Будем плохими мамашами. Точняк, за плохих мамаш. Венди. Пора свергнуть идеальных мамочек. Это что, покупные пирожные, Эми? Я тебя уничтожу. Пойдем и врежем ей прямо по сисяндрам. Да, точняк. Мила Кунис, Кристен Белл, Кэтрин Хан и другие. Сколько телочек я облизала. Девчонки, взбитые сливки такие прикольные. Очень плохие мамочки. Что за бабулин лифон? У тебя будто одна горизонтальная сиська. Моносиська. Это мое соблазнительное белье. Ты будто эластичным бинтом обмоталась 3 раза. Как маска на глаза, которую в холодильник кладут. Парни не плачут, походу про тебя снимали.